Приветствую всех на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня мы будем записывать очередное видео, обзор заказа. Это уже четвертый заказ по 14-му каталогу, и он тоже не маленький, 115 баллов. Это накладные, я думаю, ничего интересного они для вас не представляют. Что в заказе? В принципе, практически все под заказ. В самом конце я покажу то, что я заказала для себя. Итак, лот номер один. Это крем для лица дневной Novage из серии True Perfection. Я, кстати, пользовалась всей серией. Я Novage брала все серии, кроме одной самой последней, которая возрастная. И все они мне понравились, потому что каждая серия содержит разные стволовые клетки растений и дают разный результат. И, например, серия True Perfection, она делает лицо более свежим и румяным. То есть, если вы хотите, чтобы личико освежилось, кожа засияла, то вам нужна именно серия True Perfection. А далее сразу два крема, это тоже под заказ. Кстати, этот заказ получился вообще спонтанно. Я оставила каталог в ателье около дома, а мне позвонила девушка, подруга, портнихи. Портниха ей сказала, что им приносит каталог, и она говорит, мне нужен консультант. У меня, говорит, кончились мои любимые кремы, и она мне сама позвонила, заказала вот эти два медовых крема. Они сейчас идут без скидки. Она говорит, мне они нужны. Потому что, говорит, лицо для меня очень важно, они мне подходят. То есть это дневной и ночной крем для лица из серии мед и молоко. Кстати, так красиво оформлено. Хочу вам показать одну баночку хотя бы вынуть. Ну, коробочки хорошо запечатаны. Ну, просто красивые баночки. Можно, кстати, в каталоге посмотреть, как они выглядят. А далее тоже дорогой продукт. Это парфюм Amber Elixir. Тоже случайный заказ. Как говорят, случайности не случайно. Я просто оставила каталог одной девушки в магазине. Там пиво всякое такое у них. Фигня, которую я не ем и не пью. Но, тем не менее, каталог я отдала, потому что красятся и ухаживают за собой все, независимо от того, где работают. Вот, я оставила девушке каталог, а заказала ее подруга. Она говорит, это мой любимый аромат. Я просто его давно искала и ждала, чтобы он был со скидкой. И он действительно в этом каталоге с шикарной скидкой, и вы можете еще успеть его заказать. Вот, пусть он стоит у нас тут наверху. Следующее, конечно же, это набор каштан, крем для душа 200 мл и крем для тела 150 мл. Я взяла себе сразу в первую поставку этот набор. В этот же день я его открыла и попробовала. Очень хороший, очень классный. Крем для душа, он идет сразу с увлажняющими компонентами. Крем для тела, он такой нежный, я его назвала ласковый крем, потому что он как будто бы вот так быстро впитывает, как будто тает, и кожа такая гладенькая-гладенькая становится. Мне он очень нравится. Кстати, я себе в запасик положила два наборчика, и я их никому не продам, просто буду сама пользоваться, потому что приятный очень продукт, красивый дизайн, так в ванной хорошо смотрится, прям очень нравится. А следующий продукт тоже для моей подруги. Вот вы знаете, что интересно? Сколько раз я рассказывала ей, как это полезно, как здорово пить нутрикомплекс для волос и ногтей, что он действительно восстанавливает волосы, он их укрепляет, волосы растут не по дням, а по часам буквально. Тут огромные волосы у меня выросли за счет наших витаминов Wellness. Сколько бы я ни говорила, вы знаете, как в одно ухо влетает, другое вылетает. И тут она мне говорит, ты знаешь, мне знакомая рассказала, что она проходила химиотерапию и пила эти витамины, и у нее не выпали волосы, хотя все лысеют. И я говорю, и что? Она, а закажи мне. Вот взяла пока одну пачку, но я вам напоминаю, что пользоваться нужно курсом две минимум пачки, а желательно три. Поэтому, ну я думаю, что она попробует и продолжит. В упаковочке 60 витаминок. В день нужно выпивать две. И помните, витамины пьют во время еды или после еды. Или после приема пищи. Вот так, поставим красиво. И завершает наш обзор то, что я взяла себе. Решила себя побаловать, потому что заказ очень хороший. Хороший заработок с этого заказа. Я заказала себе из серии Giordani Gold пигмент-корректор. Я взяла темный, а потом думаю, блин, светлый тоже надо брать, потому что
Они действительно такие классные, и я сейчас начала делать опять сессии по красоте, учу женщин краситься, наносить правильно косметику. И чтобы не покупать и не тащить с собой огромное количество тоналок, которые в основном в стеклянных флаконах, и они очень тяжелые, лучше взять один тон, например, фарфоровый или слоновую кость, и два вот таких легеньких, всего по 10 мл корректора. Вот я взяла темный, следующий заказ, еще в эту поставку, может быть, успею, то есть в этом каталоге или в следующем он тоже будет. Я возьму обязательно еще и светлый. Вот, я очень рекомендую. Что он делает? Пигмент-корректор. Нужна прям маленькая-маленькая капелька. То есть вы берете тональную основу, прям на руку капаете, ну, выдавливаете. Капаете малюсенькую капелюшечку рядом пигмент корректора и аккуратненько начинаете смешивать, добавляя его постепенно, потому что он настолько активный, настолько изменяет цвет тональной основы, что можно перечернить. Поэтому лучше потихонечку, постепенно, по капельке добавлять кисточкой, смешивать. И когда вы увидите, что тон именно тот, который вам нужен, начинаете наносить на лицо. Вот. А еще можно использовать для коррекции лица. Затемнять те места на лице, которые вы хотите уменьшить, спрятать или выделить скулы, например. Вот, так что я рекомендую. Ну и здесь у меня каталоги тоже прислали. Мне очень нравится Mirror Reflame. Его присылают новый каталог именно по Novage. Тоже очень классный. Легко с ним делать... Ну, не продажи, а рекомендации, я бы так сказала, чтобы были заказы, потому что здесь очень хорошо, подробненько описывается каждая серия, что и как делать, куда наносить. Тут показывается процесс старения кожи на первой странице очень грамотно, можно просто по картиночкам, так как люди в основном визуально воспринимают информацию, показывать и рассказывать. Тогда результат будет намного лучше. Вот, на этом все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Лайк не забывайте ставить. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. И я вас очень-очень люблю. До новых встреч!